чем причина, что почти все люди хотят получить все и сразу? Вроде мы все знаем, что на дальнем расстоянии, на дальнем сроке, так как и вклады в банк и все остальное, обычно говорят, ты получишь больше. Но это мы все понимаем. Но когда доходит дело до нас, мы сразу хотим все и сразу. Ну, если брать, скажем, тот момент, которая описывается в истории, и в том числе, почему, допустим, из Библии изъято было понятие реинкарнации, реинкарнации. Потому что там где-то в 5 веке император Юлиан и его подруга, жена, вот, она решила, чтобы этого не было, поскольку люди должны знать, если они знают, к примеру, о том, что у них впереди целая вечность и не одна жизнь, а их много, ну, тогда они будут потихонечку все делать и дальний прицел, с дальним прицелом. А когда это исчезло, надо успеть. Поэтому сегодня люди все время торопятся. Они торопятся жить, потому что они они отождествляют с телом. И поэтому они торопятся, они хотят в течение жизни, они хотят испытать все удовольствия жизни, молодые люди, да, им надо взаимоотношений. И они торопятся это сделать, потому что они знают, что придет время, когда им уже это не будет интересно, не настолько интересно. Потом будет им вообще неинтересно. Вот это все, то, что им казалось самое-самое-самое удовольствие и так далее. И они торопятся жить, понимаете, жить для чего? Жить для материальных своих воплощений, того, чего они желают. Вот еще раз говорю, хищник, он не задумывается над тем, или любое животное, они не задумываются над тем, что им хочется быстро и сейчас. Ну, инстинкты есть, они, да, но нет такого, что вот мы торопимся жить. Они живут, как они живут, инстинктами. А мы себе придумали вот эти все вещи, и все. И мы хотим все уложить в очень-очень короткий промежуток времени. И наша программа вполне не соответствует этому. Идет дисбаланс между нашей хотелкой и программой, которая нам вот оттуда доведена. И тем более, что мы жили какие-то жизни, и нам надо завершить то, что мы там начали. Никто не сказал, что мы там закончили то, что мы начали. После этого не помню. И мы, наверное, накладываем еще. И никогда не закончим это. Потому что все откладываем, так сказать, и быстрее пытаемся сделать вот это, забыв о том, что было самое главное у нас не сделано. Вот. Ну, вот таким образом, поэтому надо опять же знать, кто мы есть, для чего мы живем, и какая наша.